Друзья мои, всем привет! Решила я вот сегодня позаниматься поклейкой горшков. Все давно собиралась, все что-то то некогда, то неохота. А сейчас вроде как уже похолодало, зима, лишний раз не хочется никуда ходить. И решила я ракушечки поклеить. Я вот взяла несколько транспортировочных горшков разной формы, ну, в смысле, размера. Вот, помыла их, сейчас они у меня обсыхают. Вот такой вот у меня пистолет клеющий. Вот у него торчит клей. Ну, вот когда он совсем туда вот уползет, уже растает, тогда уже я буду туда вставлять новый. Вот у меня пачка клея. Разные я покупала, и разные. У меня вот этот вот вообще один только остался желтого цвета. А белого вот еще почти целая коробка. Вот. Конечно, вот этими ракушками очень долго клеить. Вот этими мелкими. Вот есть более-менее крупненькие, а есть вот вообще мелкие. Но для работы, конечно, нужны и те, потому что если все время брать только вот такие крупненькие, они все равно плотно там не будут, будет это пространство оставаться. Вот. Поэтому меленькие вот тоже хорошо. Ракушки здесь разного цвета, и темные, и светлые, и серые, и коричневые. И мне нравится вот их поклеил и больше ничем не покрывать. Они более естественно смотрятся. Я пробовала горшки делать ракушками и красить. Но, ну, в принципе, тоже ничего смотрится нормально, но вот когда просто одни вот эти ракушки, они смотрятся более естественно, и мне это больше всего нравится. Я покажу вам потом свои горшки, которые уже поклеенные, вот, со всех ракурсов так близко вам покажу. А сейчас просто я хотела снять вам, как я вообще это делаю, да? Ну вот пистолет у меня нагревается, горшки готовые. Благо вот ракушек у меня тоже море. Работа вот эта кропотливая. Вот когда я брала ракушки вот такие круглые от улиток, у меня там есть тоже горшки из них сделаны, они крупные, большие. Просто капаешь капельку вот сюда на горшок и эту ракушку прилепляешь, и все. И в принципе пальчики остаются целые. Ну вот, один пальчик у меня уже не целый, порезалось, как обычно. Вот, а вот этими, конечно, их когда начинаешь вот так вот клеить там и подгонять, и горячий клей попадает на руку. Ой, я себе в прошлом году, когда клеила вот этими мелкими, я так пожгла себе подушечки пальцев, вы не представляете, как это больно, когда вот этот расплавленный горячий клей прилипает к коже, и потом аж волдыри остаются. Сейчас вот не знаю, а в перчатках опять неудобно. Сейчас вот попробую резиновые тоненькие перчатки надеть. Горячо будет, наверное, конечно, но хотя бы, может быть, я не буду сжигать кожу, хоть перчатка, может быть, защитит хоть как-то. Вот, попробую в перчатках. С вами я хотела начать просто сам процесс. Посмотреть. Ну вот у меня еще не нагрелся утюг, хотела сказать. Пистолет еще совсем не нагрелся. Ну и пока пистолет не нагрелся, наверное, я вам сейчас покажу пару горшков, которые у меня вот стоят здесь вот совсем рядышком. Вот они. Вот такое вот длинное кашпо,
И вот я его по всему периметру вот так вот делала ракушечками. Пожгла, конечно, не один палец. И вот таких у меня горшочка два. Вот два горшочка. А есть вот про который я вам говорила, круглые ракушки, видите? Ой, сейчас секунду. Перехвачу. Вот. Вот этими, конечно, проще, они большие. Их вот приклеил по кругу, вот так вот. И все. Вот. Этот я, видите, тоже делала из больших ракушек. Потом тут вот вставляла вот такие ракушечки. И красила золотой краской из баллончика. Вот тут вот такие большие ракушки вставила. А тут вот мне нравится, вот так вот я сделала. Замечательный вот такой горшок. Вот какая прелесть. Вот так мне тоже нравится с элементами вот этих больших. Классный горшок. Я хоть вам показываю, правильно или неправильно. Друзья, один горшочек я осилила. Ой, вы знаете, я что-то время не засекла. Может быть, по видео тогда время узнаю, сколько я делала. Да, еще забыл сказать, что вот этот вот пузыречек большой, это мне привезли друзья с юга. Вот я все долго-долго собиралась с духом, чтобы его израсходовать. Вот. В общем, смотрите, он у меня был неполный. Сколько я тут вот насыпала, может быть, вот таких вот горстей 4. Но я насыпала сюда больше, для того, чтобы можно было выбирать. Ну и вот смотрите, что у меня получилось. Вот такой вот горшочек. Ой-ой-ой. Вот. Вот такой вот горшочек. Я сейчас, наверное, подойду к камере, поближе вам покажу. Просто так вот не понимаю, где он видно, где не видно. Сейчас я за камеру зайду. А, ну вот, да, очень даже замечательно видно. А, вот я вам показывала, что вот здесь вот верхушку я сделала большими, были пробелы. И я потом, когда все доклеила, полностью, когда все уже доклеила, я вот эти вот пробелы просто здесь прошлась, как окантовочка. Видите, вот этими мелкими. Мелкими, как окантовочкой. Можно, конечно, покрыть лаком, чтобы они как бы там блестели. Можно бесцветным лаком, можно каким-нибудь там коричневым лаком. Но мне вот больше нравится, когда они вот такие вот природные. То есть их видно весь цвет. Но лак, он просто, может быть, блеск даст. Ну, не знаю, друзья, как вы думаете. Ну, вот такой горшочек. Осталось доделать вот, но не то, что доделать осталось те, то есть я постепенно хочу вот зимой все эти ракушки израсходовать, постепенно в разных вариациях попробовать сделать горшочки. Вот, и я сюда не сажаю потом, друзья, когда делаю вот такие горшочки, я не сажаю, я их уже потом использую как кашпо.
Ну, чтобы вот ракушки не портить, потому что если сейчас туда насыпать землю, да, а потом, если там что-то пересадить захочется, будут пачкаться вот эти ракушки, поэтому я их использую как кашпо. Туда вот вниз можно опустить маленькую, например, сейчас я вам даже сразу покажу, что я имею в виду. Так. Ой, простите, задела камеру. Вот смотрите, у меня от маленьких горшочков, которые я вешаю на окно, остаются вот эти вот поддончики. Вот, он туда замечательно вот так вот входит. Видно, что я показываю? Вот, вот туда входит. Вот, то есть мне можно дно ничем не застилать и под него ничего не класть. Просто вот туда вот поддончик. И потом уже, ну это вот большой просто кашпо, а взять поменьше, например, ну это вот большой, да, а есть же они поменьше. Вот, и взять вот так вот поменьше туда поставить. И все. Внутри поддончик. И так вот кашпо. Но это неудачный просто пример, у меня просто под рукой поменьше нету. Ну, смысл понятен, что я вам хочу сказать. И вот так вот, как кашпо, я их буду использовать. Вот в этот я уже могу что-нибудь поставить. Этот уже у меня готов. Я его могу уже на место куда-то поставить. Ну все, друзья, сегодня я уже не буду ходить вам снимать горшки, потому что время уже позднее. Супруг у меня уже пошел, улегся спать. Я сейчас тоже пойду готовиться ко сну. Морфею отдаться хочу. Вот, так что я досниму завтра. А когда я видео выложу, вы тогда мне напишите, как вы думаете, стоит красить, не стоит, или хотя бы, может быть, лаком можно покрыть. Но у меня где-то должны быть покрытые лаком. А, ну вот, которые я вам даже тут на кухне показывала из крупных ракушек, они лаком покрытые. Для сравнения, может быть, еще вот поставить покрытый лаком и не покрытый лаком. И уже тогда уже будем решать. Ну, тут просто ракушки другие. Вот, тут просто другие ракушки. Но все равно, мне кажется, видно. Сейчас я попробую вот так вам за камеру. Вот. То есть не знаю, заметно или незаметно, что вот эти они немножечко покрыты лаком. Эти вот, видите, они не покрыты. Вот у них такой естественный цвет. А вот и у этого покрывала я лаком. Но тут ракушка другая и по-другому смотрится. Тренога моя цепляется. Я ей уже треногу в руки взяла. Ну, думаю, вот так вот видно, да? Ну вот все. Завтра досниму. И посмотрим на все мои произведения. Ну вот, друзья, это мои старенькие уже горшочки. Вот видите, я их как кашпо использую. Вот в этом только в одном земля, в маленьком. И вот этот, кстати, покрытый был лаком каким-то там. А эти вот нет. Это вот из больших ракушек я делала. Так, ну здесь вот тоже два горшочка. И вот он еще горшочек. Это тоже лаком покрывался у меня. Вот. Так. Ну и вот это моя конструкция. Я вам ее уже показывала тоже. Вот так вот она сделана.
Пока вот у меня тут стрепсы, живот. Приручаю себя к ним. Вот так у меня был поддон от каскадных горшков оставался. И я вот на него горшочки приклеила. Обклеила горшки, приклеила. Здесь вот, чтобы середина была повыше, я туда вклеила пластиковую такую баночку. Она так воздушно смотрится. И на нее вот этот горшок съемный у меня получается. А эти уже нет, не съемные. Ну вот. Вот такая вот конструкция. А еще я вам хотела показать, какие горшки люблю. Вот, вот такого плана я люблю горшки. И мне, конечно, очень хочется что-нибудь по такому типу сделать. Но это у меня в планах, знаете, что... Не буду пока секрет раскрывать. Когда сделаю, тогда скажу. Вот, вот такого плана горшочки. Мне тоже они очень нравятся. Я вот хочу... тоже по такому типу себе смастерить из пластиковых. Это керамика. А я хочу себе из пластика по такому типу что-нибудь сделать. Ну вот, друзья, обзор горшков у меня закончен. Как я делаю, я вам показала. Как только начну делать в другом стиле, какие у меня в голове задумки есть, я, конечно, вам сниму, покажу. А с вами была я, Любовь, Садик Цветов. Всем пока-пока, до новых встреч. Люблю, целую, жду. Благодарю за все, что вы для меня делаете. Просмотры, комментарии, советы, лайки. Пока-пока, друзья.